электрический самокат SF8. Это трехколесная модель с удобным мягким сиденьем и с широкими задними колесами для прогулочной езды. Электросамокат подходит для любого возраста. Дети с радостью катаются в летнее время на отдыхе. Взрослые ездят с маленькими детьми. Пожилые люди, бабушки и дедушки с удовольствием покупают такое транспортное средство для передвижения за городом в ближайший магазин. Самая главная особенность этой модели – это установленный внизу литиевый аккумулятор на 48 вольт 12 ампер-часов, который имеет небольшой вес в сравнении со свинцовыми аналогами и значительно больший срок службы. С таким аккумулятором самокат проедет до 25-30 км по ровной дороге, при условии, что вес наездника 70-80 кг, а зарядится полностью приблизительно за 6 часов. Электросамокат оборудован передним мотор-колесом мощностью 350 Вт. Слева на руле есть кнопка сигнала, переключатель на поворотнике. Включение самоката и фары производится ключом. Их в комплекте два. Слева на руле есть два переключателя. Верхний – это ограничение по скорости, первый, второй и третий режим. Нижний отвечает за включение заднего хода. Также справа на руле у вас самый главный орган управления – это ручка газа мотоциклетного типа. С левой стороны всем привычная ручка тормоза, которая ведет к переднему дисковому тормозу, который в свою очередь включает задний красный габаритный сигнал. Механизм складывания очень простой. Можно сложить и сиденье, и руль, уместить все аккуратно в багажник стандартной машины. В комплекте к электросамокату обязательно идет зарядное устройство и корзинка, чтобы можно было положить вещи. А еще мы стараемся порадовать вас полезными подарками. Например, велозамок, дождевик и насос. Расцветка у самоката бывает черная, белая, синяя, красная и много других вариантов. Если вы давно думаете и ищете что-то подобное, то приглашаем вас к нам в магазин на тест-драйв.